Переглядаючи кримінальні справи 30-х років, вкотре переконуєшся, що репресивна машина сталінізму розгорнула цілеспрямовану боротьбу з релігійними громадами різних національностей, зламавши не одне людське життя. Така доля спіткала й головного равина Катеринославщини – Леві Іцхака Шнерсона, героя нашої програми. Шнерсон Левік Залманович народився в 1878 році у містечку Подобрянку поблизу Гомеля. Туру почав вивчати під керівництвом равина Йоеля Хайкіна, родича їхньої сім'ї. Успішну посвяту в равини він отримав у найбільших авторитетів того часу. Реба Раєц писав, що вже з раннього віку Леві Іцхак відрізнявся незвичайними здібностями та старанністю. Леві Іцхак походить з дуже знаменитої сім'ї Шнерсонів, відомої хасидської династії, яка відома на протязі багатьох віків. Це наші лідери, покоління наше. Він сам не був Ребе, не був глава покоління, але він був із цієї сім'ї. В 1900 році він одружився на Хані, донці М'єра Шломо Яновського, равина Миколаєва. Шнерсон разом з дружиною деякий час проживав у Миколаєві, де в нього в 1902 році народився первісток Менахім Мендель, майбутній любавичський ребе, голова єврейського покоління. Пізніше в сім'ї з'явилися ще двоє дітей – Довбер та Ізраїль. В 1907 році сім'я Леві Іцхака Шнерсона переїхала до Катеринославу. Оселилися вони спочатку в будинку номер 20 на вулиці Залізній. Зараз це вулиця Миронова. Квартира нагадувала собою пчелиний улей. Всім руководила жінка Реба Цинхана, приготовлення їжі, забота о гостях. І троє синовей Реба і його два брата, вони були як заботливі офіціанти. Подавали, приймали. Недавно я отримав унікальні документи. Оказывается, в нашем городе есть гораздо больше мест, где проживала семья Равина и будущий Ребе. Мы знаем несколько таких адресов, на самом деле их гораздо больше. Сейчас в Нью-Йорке проводится титаническая работа по увековечиванию истории, исследовательские работы проводятся. Останнім помешканням, де жила його сім'я, стала квартира на вулиці Барикадній, 13. Зараз там знаходиться бізнес-центр, на якому висить меморіальна дошка, а у середині приміщення розташована експозиція, присвячена Леві Іцхаку та його родині. Від дому, де жив равин, залишилися двері. З цим пов'язана цікава історія. Під час демонтації будівлі повз проходив старий єврей. Побачивши, що в руїнах дому, де жив равин Шнерсон, залишилися тільки двері, він вирішив їх придбати, аби зберегти пам'ять. А згодом єврейською громадою та власниками бізнес-центру була організована пам'ятна експозиція. У Дніпропетровську здавна селилися євреї, займаючи на початку ХХ століття третє місце за чисельністю, слідом за українцями та росіянами. Тут склалися певні традиції у розвитку їх культурного і релігійного життя. Діяло до двох десятків синагог, а також існувало значне коло культурних активістів. В то время єврейська життя була дуже різнообразна, набагато різнообразніше, ніж зараз. Зараз навіть немає нічого подобного. Було огромне кількість синагог і молитвенних домів, свише 40, о яких ми точно знаем, возможно, и больше. Были совершенно различные направления. Было несколько школ, была больница, были благотворительные столовые, были самые разные политические учреждения. Евреи здесь были и сионистами, которые стремились построить национальное государство в Эрец Исраэль. Евреи были социалистами, бундовцами, социал-демократами. Здесь была крупная жизнь, и коммерческая жизнь, и обычная жизнь. Первый кинотеатр в городе был построен евреями. Они были частью общей интегрированной жизни. В 1909 році, коли Левігу Іцхаку виповнився 31 рік, його запросили на посаду равина Катеринославщини. Община сама собі вибирає равина, самого грамотного, самого трактуючого правильно закони, соблюдаючого їх. І вона вибирає собі община равина. Ну, жалко, щоб була сміха, тобто диплом об образованні. Вот. Ну, це не завжди столь важно було при Совєтському Союзі. І вибирала собі равина. История была такая, что на пост его раввина Екатерина Слава были еще претенденты. Но он своей речью, своей деятельностью, он не сразу был выбран раввином. Прошло некоторое время. Своей деятельностью он доказал то, что действительно он достоин быть главным раввином Екатеринослава. Один из социалистов, который выступал очень против того, чтобы хасид был избран главным раввином Екатеринослава, побеседовав с Левицким, стал его большим сторонником и практически сделал так, что большинство членов общины, скажем так, левоцентрического направления тоже и поддержали его кандидатуру, потому что они увидели, что этот человек с очень
четкими, очень ясными, очень определенными взглядами, не пытается давить на остальных, не пытается изменить их позицию, с уважением относится к позиции каждого человека, хотя при этом будет очень жестко отстаивать то, чтобы евреи оставались евреями. Завдяки розумному та злагодженому керівництву єврейською громадою авторитет молодого равина Катеринославщини з кожним роком зростав та міцнішав. Он основал такой крепкий фундамент основ иудаизма. Он организовал ишивы, где занимались молодые юноши, и он даже преподавал в одной из них. Был очень грамотным человеком. Не будучи профессиональным бухгалтером, но будучи очень порядочным человеком, он скрупулезно вел записи о всех тех средствах, которые он получает, и о тех расходах, на которые эти средства выделялись. Мы можем прекрасно понимаем, что государство не требовало такой отчетности. Это был вопрос его внутренней порядочности. На моей улице жил один старый, ему 92 года был еврей, который знал его и видел его. Я говорю, вы его знали? Да, я его знал. Он вообще был такой, имел вид такой презентабельный. Говорит, но он был бедный. Он бедный. У него вот этот сюртук, он говорил, черный, которым он ходил, он был залатан на локте, у него был залатан. И он так в субботу шел в синагогу. Он отдавал все деньги на пожертвования, щоб здержати синагогу, общину. Він завжди допомагав нужденним людям, а з початком Першої світової війни разом з дружиною Ханою організував підтримку біженцям. Лівіць, як возглавив город тяжелое время, он здесь был во время революции. Особенно во время гражданской войны, когда все менялась власть, когда в город ворвались то одни банды, то другие банды, то красные, то белые. Некоторое время здесь был Нестор Иванович Махно, и со всеми ими находил язык Левиц, как Шнеерсон. Потом наступили очень тяжелые времена социалистического хозяйствования, военный коммунизм, голод и, конечно же, все те репрессии, которые понесла советская власть. В 1925 році йому запропонували посаду равина в Єрусалимі. Але він залишився з єврейською громадою у Катеринославі, не дивлячись на складні умови існування у постреволюційний період. 30 років його роки тут вони були, там велике самопожертвування було. Тобто він мог би уїхати, имел право эмигрировать, но как капитан, который должен уйти последний, он отсюда не уехал и продолжал эту работу. Но он сам был большим фанатом, очень религиозный, бескомпромиссный для себя. А в отношении другим он всегда сказал, что каждый, надо всем рассказывать все заповеди, все традиции. И каждый выбирает для себя, что он может. Как он хочет начинать, какие шаги он хочет сделать. То есть без давления на общество и на общину. С приходом до влади більшовиків одним з перших декретів стало відокремлення церкви від держави, яке передбачало цілеспрямоване утвердження атеїстичного духу в суспільстві. В адміністративному порядку зачинялися храми, церкви, синагоги та молитовні будинки. Під особливим контролем влади перебували служителі культу, на них збирали інформацію, аби потім організовувати показові судові процеси. Совєтська влада мечтала виглядіти зі сторони Заходу більш-менш культурно, цивілізовано, і тому і треба було, чтобы их люди говорили, у нас здесь все хорошо, у нас свобода слова. Они требовали, чтобы обвинения в антирелигиозной деятельности как-то снимались, что это по требованию людей. И чтобы, например, раввины собрались и сказали, да нет, мы никакого давления на себе не испытываем. И тогда Левиц, как это было его первым очень серьезным столкновением, пожалуй, которое определило всю его дальнейшую судьбу, приехал на этот съезд раввинов. И сделал так, что было написано совершенно другое письмо о том, что преследование есть, о том, что советская власть душит религию, о том, что евреи протестуют против советской власти, и сорвал, в общем, такие вот планы на умиротворение. Занял четкую политическую позицию. Незважаючи на складні умови існування релігійних громад, Леві Іцхак рішуче захищав права на віру єврейської громади. Проводив обряди згідно з Торою. Про нього розповідали історії, які згодом стали легендарними. Був один случай, коли постучався в двері к равину жінка, пізно вечором під покровом темноти, стук в двері. Їй відкрили двері, дім був завжди відкритий. Вона сказала, що мої
моя дочь и ее будущий муж, работники органов госбезопасности. Но мы очень хотим, чтобы у них была настоящая еврейская свадьба. Никто не решался на это. Раввин бесстрашно у себя в квартире провел церемонию бракосочетания. По всем законам пригласили, должно присутствовать 10 взрослых евреев, как свидетелей, участников брачной церемонии. Собрали 9 человек. Без 10-го не могло состояться церемония бракосочетания. Знали, что на первом этаже живет информатор НКВД, который записывал, кто ходит к раввину, кто выходит, когда, и поставлял эту информацию. Но он был еврей, и он не побоялся позвать этого человека, понимая, что может заплатить за это жизнью. В итоге состоялась эта свадьба. Без слез невозможно читать воспоминания, как они были тронуты, жених и невеста, в кожаных плащах, типичной одежде, форме сотрудников этих страшных органов карательных. И после от впечатления о том, что не побоялись его, не испугались его пригласить, этот сосед, информатор, сделал раскаяние, и он впоследствии стал самым преданным последователем раввина. В частности, он бесстрашно содействовал вопросу распространения кошерной мацы на праздник Песах. Этим наш город вообще славился и продолжает славиться в пределах, в то время в пределах СССР. И на сегодняшний момент у нас огромная кошерная мацепекарня, которая является его духовным наследием. Он ездил в Москву на прием к Михаилу Ивановичу Калинину, всесоюзному старости, и получил разрешение на выпуск кошерной мацы на Песах. Репресії нової влади не оминули і головного раввина Катеринославщини та його сім'ю. Вони дуже страдали, дуже сильно. У них было трое сыновья. И на них так издевались системно и жестко, что выдержать это было невозможно. То есть одного сына специализировали в психбольнице, второй сын уехал и не выдержал это все. То есть было очень большое давление психологическое, очень на протяжении много лет. 28 березня 1939 року о 3-й годині ночі секретна поліція НКВС постукала у двері раввина по вулиці Барикадній, 13, аби вручити йому ордер на обшук та арештувати. З меморіїв дружини Ребе Цинхани стало відомо. Все книги, которые стояли в 5 больших шкафах, они перерыли. Книги по кабале, респонсы, записки, раввинские бумаги, обширная зарубежная переписка, письмо от Ребе, переписка с Джойнтоном по поводу помощи для Екатеринославской области и другие подобные бумаги. Все это они забрали с собой. Всю эту работу делали 3 человека, не прерываясь ни на минуту. В 6 утра, когда обыск во всех комнатах был завершен, старший сказал: «Раввин, одевайся и пошли». Известен факт, как в синагоге на улице Миронова, это была бывшая улица Железная, где сейчас находится пансион для мальчиков еврейской общины, он выступил в середине 30-х годов, когда проводилась всесоюзная перепись населения. Каждый гражданин СССР должен был заполнять анкету, в которой он должен был помимо национальности указать свою религию. И большинство людей, мы можем представить, в те годы страшные репрессии, гонения на все религии, писали, что они атеисты. Он бесстрашно поднялся, и он призвал, что евреи не вправе себя даже на бумаге отрезать от веры в вечного единого Бога. В то время это был настоящий бесстрашный поступок. Эти поступки не могли не вызывать определенного внимания органов безопасности. В записках начальника областного управления НКВС Комаровского головному раввину Днепропетровска инкриминувалося. Под видом религиозной деятельности Шнеерсон проводит активную антисоветскую агитацию клеветческого характера. Имеет регулярную связь со своим сыном, раввином города Варшавы, а также со своим родственником, раввином города Риги. Подозрителен в шпионаже. В широких размерах организовывает материальную помощь репрессированным врагам и их семьям.
Органи НКВС на основі цих матеріалів планували сфабрикувати показову справу щодо викорінення антирадянського єврейського підпілля. Він відмовлявся підписувати будь-які звинувачення, відмовлявся від всіх тих дій, які йому інкримінували. Ну, звичайно, органів НКВС це не влаштовувало, і вони вирішили на деякий час припинити слідство, а тим часом в Дніпропетровську було заарештовані так звані його прибічники. Це Рогалін, Москалик та Перкас. За них, для їхнього допиту взявся сам замісник слідчої частини НКВС Дніпропетровської області Чулков, якого тоді називали Грізним за його ось такі методи, якими він проводив свою діяльність. Ну, звичайно, певний час тривали їхні допити, і з цих трьох осіб двоє, не витримавши таких ось моральних, фізичних тортур, підписали звинувачення, а останній Перкас теж продовжував до останнього відмовлятися від всіх показань. Протягом усього слідства, суду і ув'язнення він виявив неабияке самовладання, мудрість, бо був впевнений, що його духовний сан зобов'язує за будь-яких обставин не нашкодити людям. І ця віра врятувала долі багатьох. Цікаво, що в даній справі відсутній обов'язковий додаток у вигляді списку осіб, скомпрометованих свідченнями арештованого. А значить, хоч у цьому місці ланцюгова реакція терору призупинялася. Йому задавався питання, хто його подільники, пособники. І це ще раз свідчить про те, який великий це був чоловік. Він все взяв на себе. Він нікого із своїх ближайших колег не видав. І всі ті, либо він упоминав людей, які к тому моменту вже умерли, відповідно, влада не могла пред'явити їм якісь обвинення, либо він був єдиний з живих, який продовжував займатися цією діяльністю. Він навіть в условиях НКВД не приймав ні кошерної пищі. Коли було вдруг розрешено його жені принести посилку йому з кошерною їдою в суботу, його жена вирішила, що для спасіння життя есть правило в еврейском законе, ради спасения жизни можно нарушить заповедь. Она понесла ему еду. Через некоторое время следователь дал записку. В субботу посылок не принимаю. Он голодая, он лишенный возможности, все равно максимально жестко соблюдал все требования иудаизма. Он точно так же вел себя в любых испытаниях. Он был человеком абсолютно вот стойкости фантастической. И, в общем, стал примером для многих и многих. И тем, когда он был настолько стоек, настолько силен и настолько показывал свою абсолютное бесстрашие, несгибаемую силу духа, это дало возможность очень многим людям, которые бы иначе бы отступились бы, которые иначе бы сломались, выдержать і зберегти хоча б огонь, який от під пеплом був до періоду Возрождения. Після довгих місяців допитів та переведень з однієї в'язниці до іншої, справу Шнеєрсона відправили у Москву на особливу нараду. Справа не набула такого ось загальноукраїнського масштабу, як планувалося, тому що не було недостатньо доказів для цього, і тому органи НКВС здійснили позасудову розправу, яка, в принципі, практика якої була вже добре відома їм і знана. Ісхак Шнеєрсон був засуджений як соціально небезпечний елемент до 5 років заслання в Казахстан у глухе містечко Чілі. Це дійсно дуже заброшене місце, там, де навіть сьогодні дуже трудно жити, тому що зимою там до 40, мінус 40 температура, і це місце таке пустинне, це степ, тому там дуже сильний вітер. И очень неприятные условия нахождения. И городок такой достаточно заброшенный, удаленный от более крупных городов, от каких-то транспортных узлов и развязок. То есть поезда там нет поблизости, автобусы туда тоже ходят очень редко. И понятно, что жить там было очень сложно и очень тяжело. Про важкі умови існування у засланні нам відомо з листа Леві Ісхака до свого сина Ребе. «Дорогі і любімі діти мої, несколько недель тому назад писав вам. Не дожидаясь вашого письма, пишу опять. Я живу здесь уже около 4 лет, а мама приехала ко мне 2 года назад на Пасху. Все наше имущество, одеяло и тому подобное осталось дома. И мы без ничего, без средств к существованию. Мы, слава Богу, живы, но здоровье наше очень слабое и часто болеем. О, как бы хотелось на старости лет быть около детей, а мы среди чужих, знакомых нет.
Прошу вас сейчас же по получении этого письма написать нам о вашем здоровье и как вы живете, а также выслать нам посылки. Вещевые, белье нижнее и теплое, отрезы на костюмы, также ботинки, мне 43 размер и маме 38 и тому подобное, а также продуктовую посылку. С нетерпением ждем вашего письма. Целую крепко, ваш отец Левик. Привет от мамы. В следующем письме она тоже будет писать. Для Шнеерсона значною підтримкою в засланні була його дружина Ребенсхана. Вона послідувала з ним, і вони впроголодь проживали в поселке Чилі без елементарних условий для життя. Вона збирала польові трави, і з цих трав вона готувала чернила, которыми он, не имея бумаги, на полях каких-то книг, которые она ему привезла, еврейских книг между строками, экономя каждый свободный миллиметр белого листа, писал глубочайшие комментарии по Кабале. Это была не просто жена, это была самый большой помощник ему и партнер по всем вопросам. Моя жена названа в честь его жена. Хана. Потому что его жена умерла в 65-м год в Америке. И когда она умерла, я думаю, тысячи семей дали эту имя – Пхана. Наприкінці строку заслання Шнеерсону з дружиною дозволили переїхати до Алматы. Проте здоров'я Равина було вже підірвано. Передчуваючи наближення смерті, він сказав дружині – час вже перебиратися на ту сторону. Це були його останні слова. Помер він у 1944 році. Це був чоловік, який, мабуть, є еталоном в самому глибокому сенсі цього слова – еталоном самопожертвування. Будучи раввином города, неся ответственность за судьбы очень многих материальных проблем, таких духовных проблем евреев Днепропетровска, при этом он был величайшим каббалистом, мистиком. Он раскрыл в Кабале глубочайшие до него неизведанные глубины, и это дало ему силы служить Всевышньому, служить єврейському народу. Леві Іцхак прославився як великий кабаліст та великий знавець Тори. Його коментарі до Тори і Талмудів, які дивом зберегла Ребенсхана, є актуальними і сьогодні. Чому ми його знаємо сьогодні більше? По двом причинам. І за його книги, які він оставив, і за син, який він родив. Є, наприклад, три моменти, які, неважно, якої релігії, ми займаємося. Кожен чоловік, який іще духовності, це молитва, это раскаивание и благотворительность. Как мы смотрим на эти три вещи? Мы вообще думаем, что молитва – это мы молимся и просим о чем-то. То есть, если есть просьба, тогда надо молиться. А если у нас все в порядке, тогда о чем молиться? Он объясняет, что слово молитва на иврите – это тфила. Тфила – это связи. Мы должны быть связаны с Богом через нашими молитвами. И даже если нет просьбы конкретной. Надо быть связаны. Через нашу молитву, медитацию или как ее назвать, мы связаны с ними. И тогда автоматически все наши просьбы решаются. Если нет просьбы, быть связан с Богом, это в любом случае хорошо, это энергия, это жизнь. Вот это один момент по поводу молитвы. Как мы смотрим на молитву. Второе, это мы смотрим на пожертвование как благотворительность. То есть мы жалеем другого человека и говорим о том, что надо ему помочь. Если он в этом нуждается, мы добры за то, что мы ему помогли. А он объяснил, что слово пожертвование у нас, у евреев, это цдака. Цдака – это справедливости. То есть Всевышний дал в этот мир какое-то количество состояния. И то, что один человек помогает другому человеку, это не благотворительность, а справедливость. Потому что он обязан это сделать. Просто ему Бог дал больше для того, что он отвечал за другого человека. И третий момент по раскаиванию. Раскаивание до него, как смотрели на это? Человек грешил, ему надо раскаиваться. То есть это за грех. А если человек не грешил, тогда он не раскаивается. А он говорил, что слово раскаивание на иврите это чува. Чува это как возвращение. Каждый человек пришел откуда-то и должен возвращаться в источник, в корни, его предки, его традиции. Получается, что он поменял полностью взгляд и идеологию, вот эти три основные момента – молитва, пожертвование и раскаивание. Это примеров таких очень много. Он должен был быть большим оптимистом, потому что тяжелое время было и очень большие испытания.
И он всем доказал, что испытания, они делают человека сильнее, и он поднимается выше. И нашел везде, на иврите, как каббалист, испытание – это нисьонот на иврит. Нисьонот, нес на иврите – это подъем. Что человек через испытание поднимается. Ті, хто сіють, проливаючи сльози, тішитись будуть у жнива. Той, хто йшов з плачем, несучи мішок з насінням, повернеться з піснею, навантажений снопами своїми. Тегілім 126. Ці слова, які цар Давид написав в псалмах, які кілька тисяч років, вони реально дніпропетровські. Леві Сахшнерсон пройшов через дуже велике самопожертвування. Він посіявся сльозами, і зараз цей урожай сходить багатим урожаєм. Чесне ім'я Леві Ісхака Шнеєрсона було відновлене лише у 1989 році, коли його повністю реабілітували. Шнеєрсона можна по праву назвати нескореним, адже живучи у засланні, він продовжував писати свої праці, не втрачаючи почуття власної гідності, витримавши знущання, погрози і тортури. Він залишився вірним своїм принципам.